В конце года предприниматели задумываются о продлении или расторжении договора на поставку интернет-услуг. На этом рынке конкуренция большая. Анастасия Нахрачева выяснила, где интернет работает быстро. Высокоскоростной интернет и качественная связь – залог успешной работы для его компании. Евгений Девятков руководит частным охранным предприятием «Дозор» уже 12 лет. Когда встал вопрос о выборе провайдера, долго подбирал подходящий вариант. Остановился на компании «Вместе». Нас устраивает качество связи, нас устраивает интернет. Для нашего бизнеса это очень важно, потому что мы участвуем в электронных торгах. И интернет нам, для нас это, ну, очень важная часть нашей работы. Вместе со своими клиентами 24 часа в сутки. За каждой компанией закреплен персональный менеджер. В случае возникновения проблемы не придется ждать ответа на горячей линии. Достаточно позвонить на мобильный. Помимо этого, клиент может указать на сайте количество сотрудников и узнать, какая скорость необходима для нормальной работы в интернете. Можем рассмотреть любую скорость. Если компания необходима, там 21 мегабайт, 45, 27, пожалуйста, мы можем предоставить. А если клиент оплачивает предоплату за 3 месяца, то скидка будет 20%, за 6 месяцев 30%. Вместе готовы обслуживать не только компании. Тюменцы могут установить домашний высокоскоростной интернет по цене от 200 рублей в месяц. Более подробную информацию можно найти на официальном сайте провайдера. Анастасия Нахрачева, Евгений Проскуряков, Тюменское время.